Да, вот такое, дорогие друзья, происходит у меня на заднем дворе, на бэк-ярде. Громят все, что можно. Вот тут камин был, а его так разбирают. В общем, много всякого происходит. Уходит время на получение всяких разрешений, а наступает день, когда вот все это начинается. А это вот я вышел на крылечко на наше, и тут такой здоровенный мусорный трак, и ребята с разгону на тележке, опа-на, заносят кирпичи. У нас тут не только, но и спереди тоже кирпичи, но эти кирпичи от того, что здесь тоже камин был, его разобрали. Вот здесь. Его разобрали, потому что нужно было, чтобы трактор мог пройти. Он, собственно, не был действующим. Мы его заложили с внутренней стороны давно. Ну вот, как бы такие следы остались. А вот здесь уже прошел трактор. И вот это кирпичи как раз из того, что разбирали первый камин. Надо сказать, что камины строились в разное время. Вот тот, что вы сейчас видите, строился в году в 49-м. А тот, который первый, строился в 60-м. Достраивался, пристраивался. И мы очень четко видим, что по-разному разбивается. Тот, что строился в 60-м, покрепче будет. Вот и туалет привезли. Вот он такой зелененький-то. С этого стройка начинается.